Россияне могут получить сразу несколько льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг. В Госдуму внесены законопроекты, авторы которых предлагают не брать плату за подключение газа с владельцев дач и загородных домов, а приборы учета в квартирах устанавливать за счет ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает «Российская газета». Одним из проектов предлагается вернуть льготы должникам по взносам за капремонт. Сегодня неплательщиков лишают льгот сплошь и рядом. В регионах это стало стандартной практикой, говорится в пояснительной записке к документу. Эксперты издания обращают внимание, что лишение льгот за долги вполне законно, но в некоторых случаях оно ухудшает положение наиболее незащищенных людей, к примеру, ветеранов и инвалидов.